еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а еще старый подземный туннель. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть. Снайпер или три. Наша задача попасть туда. Как нам это сделать, пока неизвестно. У нас вот летают самолеты. Во время полета самолетов, наверное, можно просто их истреблять. Что, наверное, мы будем делать. А можно просто убивать, без разницы. Точно. Давайте это уберем. Че он ходит, тут мешает. Там вдалеке еще один. Вот и нету. В руку попал, охренеть. Поменяйте позицию. Окей, поменяем, давайте. Давай, давай, идите пока туда. Я пока сюда схожу. В принципе, хорошо, что шум навел. Так, через парадную, наверное, мы не пройдем. Хотя, почему бы нет, можно же этого убить. Там еще один. В смысле, опять в укрытие? Пошли, побежали. Пацан в шоке. Снайпер так вышел в открытую. Ну нахрен. Ну нахрен. Давай, стрелять будешь еще в меня. Ушлепок. Все ровно. Что, все? Желающих больше нету, да? Давайте соберем. Так, подлечиться бы еще. Так, ладно, нам надо наверх. Либо здесь есть какая-то подземка, я не знаю, давайте проверим. Если есть вода, то... Так, вернитесь на поле боя. То есть это выход, туда нельзя. Все ясно. Значит, пойдем через парадный вход. Че, мы через парадный не можем себе позволить зайти, что ли? Алло? Привет. Пока. Живучий урод, заплебал. Здесь более удобнее отстреливать. Ты давай сломайся на всякий случай. Извини, я сломал вашу хрень. Так получилось.
Я не хотел. Кренделя. Ой, кренделя. Ой, крендель. Ой, крендель. Печально. Печально для него, естественно. Мы без палева не ходим, да? Да хоть и снайперы. Мы элита, понимаешь, нет? Пипец, блин. Давайте, наверное, заберемся. Вдруг здесь что-то есть. О, нифига. Что здесь? Кто здесь? Где здесь? Ни хрена ничего нет. О, три мушкетера. Да, они самые. И мне нравятся портреты Валена, развешанные повсюду. И его роскошная база в горах. Один из них сегодня ночью отправится в Берлин с драгоценной тетрадкой Валена. Кто именно? Не знаю. Я слышал, что они договорились встретиться позже. Возможно, чтобы решить, кто вручит фюреру тетрадь с доказательствами. Я должен искать человека, который поранился, когда здесь рылся. Так. То есть вот здесь, да, он? Заберитесь по строительным лестницам, лесам, на стрелковую позицию. Давайте сходим, заберемся. Чё проблем-то? Проблем нету. Отсюда мы перелезем? Нет, не перелезем. Так. Я не церемонюсь. Я тоже. Ага, ага. Ага. Всего-то двое. Понятно, через укрытие, короче, нельзя стрелять, да? Хрень какая-то полная. Ладно. Заберемся тогда сюда. Да, отлично. Отлично. Наш автомат выкинул. Еще один хрень. Ты за... Вот видите, хрень какая-то. Непонятно. Еще кто там метки такой. О, ни хрена себе. Да ну нахрен, снайпер что ли? А, вот он. Так. Еще. Это в жопу. Живучий урод. Да? Тварь, а. Давай, давай, давай. Ой, стой, 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 стой. Чуть не упали. Отсюда я выстрелю, не заметил. Кого тут стрелять незаметно еще собрался, блин, где ты там? Что-то я не вижу ни хрена. Так, давайте успокоимся. Фак тебе, понял, да? Пришел ты так. Так, тут забираться, наверное, нехрен. Лестница такая.
мощная. Так, так, так. А вот хорошее место, наверное, да? Угу. Так, вроде никого не вижу. С этой стороны. Тоже все чисто. А, нет, вон же сидит. Где он? Ах, твою ты мать. Бля, вовремя заметил. Где там внизу ходит, гад, орёт? А, все, ты попал. Отлично. Так. Нам сейчас слезть надо направо, да? Пошлите. Воу, 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 братюнь, вот тебя выкинуло. Не по-детски, честно сказать. Где наша аптека? Так, бинты надо, да? Побольше, побольше бинтов, побольше аптечек. Бойтесь меня, прячьтесь от меня. Бессмысленно со мной воевать. Где этот урод? А, вон они. Опа. Сори. Сори, море. Так. Вот она вышка. Как бы нам попасть сюда? Ты живучий, блин. Круто. Так, вот она вышка. Я нашел ее. Где она, лестница? Лестницы я не вижу. Может, отсюда? Похоже на один из складов. Мне тут делать нечего. Логично. Если здесь делать нечего, то где? Давайте наверх. Да, вот она как забраться. Все, я понял. Ты не охренел ли там заныкался? Чего орете постоянно? Можете спокойно сдохнуть. Да ты заколебешь сейчас, блин. Пипец. Не хотел так сдохнуть, пришлось так сдохнуть. Так, снайпер, да? Вот ты и выебывался. Окей. Я тебя нашел, братюнь. Вешайся. Вот он. Сидит и смотрит на свою пулю. А, нифига у него камуфляжка. Я тоже такой хочу. Мне главное не выдают, им выдали.
Так, вон там вижу боеприпас, по-моему. Давай, давай. Все, отлично. Не залазит. Кто-то меня там видел последний раз. Ну, отлично, пускай там ищут. Не, все равно сюда. Все, я сныкался. Все, я на месте. Я на месте я. 3 метра. Что, я разве не здесь должен быть? Хорошее место, кстати. Так, наблюдать за офицером и отметьте нужного. Охренеть, блин, еще и так, что ли? Давайте понаблюдаем, так скажем. Вижу. Ну вот он. А это кто? Так, присядем немножко. Что-то в наглую такой. Офицер Люгер 08. То же самое, что? Че, не все люгеры? Да. Кто из нас пойдет? Я сделаю это. Ты скажешь фюреру, что мы сделали вместе? Конечно. Тогда пошли, дневник будет лежать в условном месте. Пошли, пошли, покажешь, где дневник лежит. Да, дневник интересный. За ним идти не надо. А чё, он ушел? Ага. 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 Ну чё, твое дело пришло. Всё, дневник у него. Петя, офицер. Стой, сука. Стой, сука. Все, нам осталось только забрать его. Вот так вот, а. Зря ты залез туда. Надо было валить. Еще один. Хэдшот. Все. Валим. Валим, 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 быстро валим. Пойдем соберем. Соберем. Все отлично. Дневник Валина. Постепенные успехи работ проектом. Продвигается по плану, все материалы уже доставлены к месту сборки чудо-оружия. Я сам буду контролировать процесс сборки. В этом вопросе я никому не могу доверять. Все должно работать по графику и с максимальной эффективностью, как хорошо смазанный механизм. Вот такие дела. О-о-о-о. Тебя тут только не хватало. Ну что ж, где он там ездит? Откуда он заехал? Да сдохнет.
нахуй. Смотрите, что творится. Что за баг такой, я не пойму. Я его 33 раза убил, ну срать. Запарил уж. Базука мне пригодится твоя, братан. Блин. Блин. Ты там метки что ли такой? Ты придурок. Все? Все успокоились? Нет, я только сдвинулся и опять, да? Ты базук нельзя забрать, что ли? Блин, что так печально? Давай пошманаем. Кто там орал? Много орешь. Зря ты это сделал. Лучше бы сидел себе спокойно. А, это ты там что? Да как так? Все, короче. Звездец вам настал, ребята. Слышал, кто-то перезаряжал. Так. Вот он выход, вот он танк, наверное, там и стоит. Ясненько. Пойдемте к выходу. Ты сука такая, спрятался. Падла. А, никак ты не вовремя. Ни хрена ты через все попадает. Я заныкался, он пофигу попадает. Дай-ка аптечку. Все, хорош, ты 2 часа перевязываешься. Пока. Спасибо за вышку. Ты нахрен ты его поднял? Ладно, в принципе, на вышку нечего там делать, надо танк найти. А здесь никого? Никого. Все чисто. Боеприпасики. Так, мы вообще правильное направление. Блин, ну мы не в ту сторону вообще идем. Нам поход делал в ту сторону. Да, и до упора. Так, он слышит танк вроде. Шуршит. Где-то. Неподалеку. Да-да-да. У нас есть мины? Есть один только. Хреново. Так.
Так, вижу бочку. О, журнал. Проект продвигается нормально. Я собираюсь в Кассерин. Кассерин. Хочу быть поближе к производству и в одном из самых тихих уголков этого континента. Перевал – это мой второй дом. Точнее, он станет им после окончания строительства форпоста. Вот это хорошо, что здесь есть базука. Почему? Потому что нам будет намного легче уничтожить этот аппарат. Да? Где он, кстати? Кстати, он. Где? Сейчас мы ему по мягкому месту как шпякнем. Отлично. Вот и все. Интересно, как меня собака могли заметить, если он тут никого не было? Ладно, хрен с ним. Не было, не было. Заметили, заметили. Сейчас уберем. Где вы тут балаболы? Вообще ничего не понял. Походу, дело здесь где-то, да? Er ist hier irgendwo. Seht mal da drüben nach. Они за стенкой, что ли? В текстуру, что ли, застряли? Или наверху? Да нету нигде. Ладно, пойдемте сюда. Вот вы где. Так, что дальше у нас? Уничтожьте панзер. Убейте офицера, уничтожьте панзер 4, чтобы покинуть город. Я сейчас только что сделал? Я его не уничтожил, что ли? Что-то я не понял. Нахрена мне сюда идти, если мне панзер 4 надо уничтожить? Вот это факт, что это было? Панзер 4, что ли? Или мне просто надо сюда подойти, он сейчас откроет двери, точно. Опа, опа. Так и не покинули город. Еще один крендер появился. Супер снайпер. Крутяк. Чувак, здоровенько. Все, вижу. Хрена себе. Он перемещается. Вот так вот, а. Чпокать надо снайперов. Ха-ха-ха-ха. Понтов больше. И... Все? Наверное. Давайте посмотрим. Ликвидируйте снайперов. Что-то он какой-то дурак стоит просто. Ну и все, что? И нету снайперов. Все. Я бы сказал, что это делает нас друзьями, да? Наверное. Хм.